Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Как вы видите, мы в Красном море, плаваем, мы, значит, тут никого не трогаем. И вдруг нам попадается на глаза, кто бы мог подумать, осьминог. Немножко хотим рассказать вам об осьминогах в Красном море. Что же такое осьминог? Осьминог – это представитель головоногих. Октопус, если переводить с латинского, ну а если с древнегреческого, то дословно переводится «восемь и нога». Сами осьминоги – это недалекие родственники кальмаров. От кальмаров их отличает в первую очередь количество щупалец. У них имеется 8, либо даже 10. Кроме этого, тело животного выглядит несколько по-другому. Они не являются такими удлиненными, как кальмары, а по форме напоминают грушу. Помимо этого, у присосок на щупальцах нет роговых наростов. По этой причине у осьминога, живущего в Красном море, нет возможности использовать их для поражения жертвы. Вместо них у осьминога имеется иное грозное оружие. Он является обладателем острых, отлично развитых челюстей, которые внешне похожи на клюв попугая. Но это еще не все. Эти жители Красного моря являются чрезвычайно ядовитыми. Да-да, не удивляйтесь, он безжалостно в тело рыбы, земноводного либо ракообразного впрыскивает яд, парализует жертву, а после этого спокойно ест. Данный яд также представляет опасность и для человека. Как правило, место укуса осьминога распухает достаточно сильно. У человека появляется головокружение и слабость. Данное состояние может продолжаться на протяжении недели, а то и целого месяца. Отмечены даже случаи, когда исход был летальным, но такое бывает очень редко. Можно с уверенностью сказать, что ни одно земное существо не имеет настолько хорошего приспособления к тому, чтобы выжить. Можете судить сами. Этот моллюск имеет 8 либо 10 щупалец, с помощью которых он хватает свою жертву. На них имеются присоски и когти. Животное имеет большой клюв, а его зрение более хорошее, чем у орла. У осьминогов есть ядовитые железы. А также они могут видеть в ночное время, так как у них есть инфракрасное зрение. Благодаря своему реактивному двигателю осьминоги передвигаются очень быстро. На протяжении часов они могут лежать на водной поверхности, а также совершать непродолжительные прогулки по берегу, так как у них есть резервуар для воды. Осьминоги, так же как и кальмары, имеют возможность выпускать чернильную жидкость для того, чтобы спрятаться от своего противника. У осьминогов есть возможность изменять свой окрас, маскируясь при этом под цвет морского дна. Также эти животные обладают собственным фонариком, светящейся части кожи, которые очень хорошо могут выручить в полной темноте. Сегодня известно порядка 100 видов этих животных. Длина практически всех осьминогов не превышает полуметра, но существуют также некоторые виды большого размера. Это в первую очередь обыкновенный осьминог, а также осьминог Аполлон. Вы спросите, нападают ли осьминоги на человека? Данный вопрос всегда волновал туристов, которые занимаются снорклингом либо дайвингом. Ученые знают о нескольких случаях нападения, а если говорить правильнее, защиты, так как осьминоги никогда не нападают первыми. Все мифы и легенды об осьминогах, которые нападают на людей первыми, это просто вымысел и фантазия. В Красном море есть два вида осьминогов. Это красный осьминог и длинноногий осьминог. Кстати, еще хочется сказать, что осьминог дышит жабрами, однако без ущерба своему здоровью может непродолжительное время быть вне воды. И еще у осьминога три сердца. Одно главное, оно гонит голубую кровь по всему телу, а два других, жаберные, проталкивают кровь через жабры. То, что они перекрашиваются в разные цвета, мы вам уже сказали. То есть бывает от настроения, бывает от того, чтобы спрятаться. В общем, мы поплыли за ним, наблюдать, куда он плывет. Очень хочется его снять очень близко, но, к сожалению, он уплывает, мы за ним не успеваем. Но хотя бы так мы очень рады, что нам в Красном море встретился осьминог. Это впервые мы его встретили, и благо, что у нас есть камера, поэтому мы сейчас его снимаем и показываем вам.
Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.